Привет, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами телефон Huawei P20 Pro. И в данном видеоролике мы очистим историю браузера на данном устройстве. Для этого мы заходим в браузер, историю которого мы хотим очистить. Я же выберу Chrome. Дальше, в правом верхнем углу нажимаем на три точки. В моем случае у меня нет обновления, поэтому у меня красная стрелочка. Выбираем пункт «История». Здесь мы видим всю историю на нашем телефоне. Выбираем пункт «Очистить историю». Здесь выбираем, что именно мы хотим очистить. Здесь мы можем выбрать период времени, за который мы будем очищать. Давайте очистим историю за все время. В пункте «Дополнительное» мы можем также очистить историю с паролями и с данными автоисправления и настройки некоторых сайтов. Нажимаем «Удалить». После этого история нашего телефона была полностью удалена. Спасибо, что смотрели. Если у вас есть еще какие-то вопросы, можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!